Обращаем внимание на стартовую линию. Был дан старт сегодняшнего международного зайфиру с украинской колобаса. Вместе с нами давайте поаплодируем нашим. Құдайға шүкір, жақсы ле. Жеңіл ле болды, трансфер жеңіл екен. Жеңіл ле болды, Құдай бұйырса, бір жұмадан кейін дағы. Бұл марафон өтірқай 20 километрге. Ошоға мұндай тәйтіпкенде жақсы даярдық болды. Подъемов было много. Немного внесли такие корректировку на темпе. А где-то спуск там приходилось прибавлять, чтобы компенсировать время, которое я потеряла на подъеме. Я рад, доволен, что выиграл. В принципе, с тренером на это и рассчитывали, потому что это вообще не основной старт, основной будет уже дома. Я побегу марафон, но здесь я очень доволен, что такой вроде как пристрелочный старт дался хорошо. От всех участников, которые принимают, они оплачивают стартовый взнос. Из этой суммы 50%, ровно 50%, пойдут в глобальную программу по сохранению Барса. Это не просто уйдут куда-то в фонд, мы будем закупать фотоловушки в количестве, я не знаю, мы надеемся, это 40-50 штук. Браконьеры, которые знают, что в каком-то зоне есть уже фотоловушка, они уже не собираются туда, да?